у барабаши при входе. Вот кокошечки такие у него хорошенькие. Покажу сейчас хозяйство какое его. Приехал с голыми руками. Ну, тут только так. Какие цветы вокруг. Видишь, как, какая банька у него. Ничего ворованного нет, запомните, с нуля. И Господь так благословил его обильно. За любовь к людям, к Богу. В первую очередь к Богу, к Слову Божию. Вот это я тут подъехал с велосипедом. Там у него гараж, видимо. Вот этот вот дом. Сбоку я зашел. Там антенна огромная через него. Здесь вот кверху подниму, там ласточки сидят, может, не видно. Но издалека поверну. Связь какая. Деревня, Потеряевка, Мамонтовский район, Алтайский край. Вот он как. Это у него первый домик, который был. Ну, тут школа даже была, как-то касса 2. Вот это все. Это сегодня у нас 16 августа 2021 года, понедельник. Тут у него колодец свой, колодец качает. В комнате там показать, там и электроволновая, так как называют, кухня. Это вот машина. Машина сына должно быть. А сегодня роса большая. Благословение Господне на людях. Вот ездили, дочка родила, теперь они дедушка с бабушкой. Ездили в Томск. Зять где-то в научном институте работает. И назову, вчера крестили Сара, Сара Марковна. О, какая песня библейским именам. Православные. Православные. Вот такая машина. Это вот Ямаха там Виктор Николаевич Савченко продавал. Тут у него были скотина, коровы. Это все вот инструменты его. Это вот его здесь большой гараж до большой техники. Техника. И вот смотрите сколько. С пустыми руками приехал. Вот это. И вот здесь коровы были. 36 рогатого скота. Вот. Показать только что. Это любой, если он будет честно трудиться. Повторяю, ворованного ни грамма. Вот с обратной стороны. Там скворечник. А там дальше я приближу. Ласточки сидят. Это антенна такая. Антенна. И дома там все, и пианино, и ну, все, холодильники, вода. Все есть. Почему работают все эти годы? Вот какая огромная техника. Вот какая техника. Вот это 10,5, ну почти 11 миллионов обошлась техника. Один вот этот комбайн зерноуборочный. Там он, техника стоит, бульдозер, не такой уж и хороший, но для себя работает. Там вот дальше беда техника, огромный этот трактор, СК-700, что ли, с какой бочкой. Здесь сколько? Этот Беларусь, кажется, у него новенький был, сейчас уже не новый. Другая техника, вот сколько там. Там нынче вот военную машину приобрел. Повторяю, конечно, никто не знает, сколько он спит ночью на работе и утром рано. И вот там дальше виден склад первый. Кажется, 500 квадратных метров. Там он сеет пшеницу, рожь. Нет, не рожь, ячмень, гречку, горох, лен. Начинал-то так, что за 4 гектара. Сейчас больше 1000 гектар. Обрабатывать непросто. Сын закончил университет, с отцом остался, работает. Второй заканчивает, тоже что-то учится. Старшего звать Терентий, а второй сын Иеремия. Вообще, имена библейские, пророческие. Это вот теперь он разгораживает, скотина было много, порушил нынче, решил только сельским хозяйством заниматься, то есть не животноводством, а зерновыми. Вот оно как, вот это все техника, это вот что-то протравливает, это вот у него пожарная машина еще тут где-то есть, большая. Это я только издалека так показать, сколько у него тут было. Вот это коровник, это сбоку хотя бы показать. Я прославляю Бога через такого человека. Он староста, Игорь Александрович Барабаш, а жена Елена Анатольевна.
она как старший учитель, ну, в роли вроде завучи. Вот как. Ничего не было, повторяю, приехал горшок для ребенка. Больше ничего нету. Дочка вот вышла замуж, Мария. Ой, там сколько техники-то еще не показал за этим. И косилки, и то, что рулоны эти делают. И вот второй склад по всем правилам искусства сельскохозяйственного, труженик. Вот она, какая техника, какой трактор и какое оборудование. Я повторяю многократно, ничего ворованного, все с молитвой. Платит все налоги, какие положены, все. Ружье какое-то было даже зарегистрировано, все, ну, перерегистрацию сколько-то дней не пришел, занятый был-то, все, отняли ружье и не заплатили ничего, ну и ладно. Отгонять, потому что зверья всякого много, хотя бы воздух выстрелить, запугать, и то он не охотник, а это рядом березовая роща, а дальше там он целая аллея, тополя громадные, а тут вот засохшие. Почему-то непонятно. Рядом с храмом. Рядом все. Приехал на пустое место, считай. А это вот я подошел, чтобы склад показать. Какой склад? Внутри как сделано. О! Вот оно вверху. Я не знаю, видать это будет или нет. Вот какие-то соединения. Широкие. Ни одного столба посредине нету. Чисто очистил, все продал. Какая техника у него, зерносушилка, и везде все миллионами, и Господь его благословляет. Вон вверху какой светильник, светильники в ряд там все выстроены. Вот какие все это делали, помогали ребята тут, он со всеми рассчитывался. И вот как покрыто с одной стороны железом таким, и с той стороны видно, что с другой стороны. И нынче было снег убирать начало, там как лавина и пошла вниз, и его сбросило там. Живой остался, слава Богу. Жена внизу стояла, с лестницы я прокинула. И вот тут всякого. Две большие собаки у него было, Алабай звать он. Вот так. Это я издалека уже из склада выхожу. Издалека показать старый комбайн. Я выйду здесь сразу на то место. Да. Благослови его, Господи, и дальше. Воры были, бензин тут, горючее, сливали. Все, попались где-то. Никого не наказали, еще всех отпустили. Отпустили. Вот так хочу показать. Склад длинный. Не могу я сейчас сказать, надо мерить. Где-то у меня там ролики были. Вот так. Вот его видать, даже вон куда кончается идет. Крыша все это крыта как. О, я сейчас издалека пройду. Показать, какая красота. Тут прям ягоды. Вот рядом клубника. Зайдешь, тут и черемуха. Вон, видать, кусты черемухи. Вон там он. Это клен. Березы громадные. Тут батюшка как-то березовый сок брал, сколько, да, взял сколько, 300 литров. Своими руками, бесплатно, настоящие. Сейчас никто не держит пчел, правда, подарили тут 10, что ли, ульев, матушка, но она приболела. Вот это вот дом издалека его видать. Вот а техника, так а там-то сколько дальше-то техника, старые разные плуги. И все это огромные деньги. А это вот все, видимо, заправка. Это столько банок этих, как их канистры называют. А вот вы показываете, тут налетят, возьмут. А Господь, хранитель. Мы ничего никогда не скрывали. Я спросил разрешения поснимать. А он, да, все равно. Почему? А он верующий. Семья вся верующая. Вот сын Терентий женился. Тоже она заканчивает, тоже университет его жена. Я сейчас не могу сказать, что вроде медицина. Может быть, я не ошибаюсь.
Вот здесь маленький тракторенок на подсобных всяких работах. Это я уже вокруг обхожу. Ему все друзья. Есть поговорка: ласковый теленок двух маток сосет, а теленок будущий, мать своя боднет его. Вот теперь от самосвал, это с этой стороны захожу. Вот это тоже большой гараж, видимо, для больших тракторов или чего тут. И с этой стороны дом, и вот тут вторая антенна. Это как стационарный телефон. А это вот мы подходим. Подходим к храму. Его видать через ветви. Крест вот на. Тут и отец Аким Лапкин, протоиерей. Многолетним стажем. А это вот впереди огромная машина стоит, просто огромная. Это пожарная. Тоже в сельском хозяйстве нужное оказалось. И Господь милует. Это дорогу делали. Но дорога — это уже наш приоритетный труд. Мы никому не позволяем делать лагерные. Страшно дорого. Вот только сколько, маленький промежуток тут до деревьев, он чуть подальше. Щебень. Обманули. 232 тысячи. Вот так. А это мы при въезде в Потеряевку как выглядит. А это дальше школа, храм. Половина храм занимает, а половина школа. Небольшое здание. Людей-то мало. Ну, мало, это не значит, что нету. Главное, живут. Государственная школа. Тут она, все у нас на соревнованиях какие-то школьные. Это многие на отлично, с красными, не дипломы здесь, а аттестаты. А 9 классов было, сейчас-то еще меньше. А это вот последний только бесконечный штахет новый. Это Андрей Устинов этим занимается. Ну вот я подошел поближе подойти, чтобы показать. Это вот батюшкин дом. Через эти, видать, только ветви. Вот. А это вот синее. Ну, так, сушилка называется. Сушилка. А это школа. Вот с этой стороны. А с этой стороны храм. Школьная труба. Перекрыли было шифером, а сейчас я еще даже до этого склада хочу дойти и показать. Повторяю, на ровном месте. Это только плантации огромные крапивы были. И он ни на что не смотрел. Начинал по-малому. Помогали ему. Помогали. Один ничего не сделаешь. И отец помогал. Александр Александрович, кажется, его. Где-то в табунах живут. А с этой стороны его заходить. Вот как это выглядит дальше. Там он комбайн, дальше будет видно. Благословен Господь. Ну, ничего особенного нет показать. Просто это радостно, что в настоящее время, при этом раздрае, можно жить интересно, красиво, не проклинать ни правителей, не завидовать патриарховым дачным самолетам, а работать и молиться. И он всегда радостный. Улыбка с лица не сходит, считай. Вот, тут это что у него? Лен. Лен, зерно лена. Что-то немножко оставил, для чего-то. А тут вот уже закупили у него, затарили. Что это? Пшеница или отходы. Это вот зерноочистительное. Это внутри склада первый. Все, я не могу сказать сколько, но 500, видимо, чем-то квадратных метров. Думаю, так. А может и больше. В два раза. Вот оно как. И везде-везде лосточинные гнезда. Я насчитал тут их несколько десятков, десятка три. А скворцов стало меньше, потравили. Такие огромные мешки. Это тонна, наверное. Ну, а эти так, мешки нормальные, 50 килограмм.
Я обхожу сейчас из склада, выхожу. Батюшкин сеновал, он держал овечек до 100 голов. У нас с тарелкой в храме не ходят, ни за крещение, ни за что деньги не берутся. А свечи чисто восковые. Воск на пасеках покупаем. Чистые сестры льют их и ставят, кому поручено. Никто не ходит, свечи не ставит. Ни одного огарка за 30 лет. Ни одного огарка. Почему? Все догорает, все сожжения. А в церкви мешками эти, синие, зеленые. Ну вот при входе в храм, как это у нас выглядит. Вот, все здесь. Это батюшкина баня. Тоже покажу. Вот он, его дом с этой стороны смотреть. Ну, тут уже на солнце будет видно, плохо будет видно. Батюшкина усадьба. А это прихрамовая. Везде цветы, цветы, цветы показать. Вот они, цветы какие. А это вот окошко, где я на подоконнике готовлюсь к проповеди. Вот здесь. Вот в этом левом пределе. А тут все цветы. Чье это хозяйство тут, я точно не знаю. Тут у нас... Это вот храм. Раз, два, три, четыре, пять, шесть окон с одной стороны. Березы батюшки на руки садили. Вот перекрыли, братья помогли батюшке. Шифер убрали, а зеленый. Зеленый, кажется. Не синий, а зеленый. Вот так. Вот он все везде. А здесь сказали, чтобы убрать ветки высоко. Чтобы два окна, оба они относятся к школе. Это с первых лет остались. Плиты привозили. Все-все за свой счет. Здесь государство не вложило ни рубля, не считая то, что учителям платят. А дальше подвели электричество на бетонных столбах. Вот какие кабельные тут идет. Вот тут у нас и телефон есть. Звонят люди. Вот это вот пожарная машина, я говорил, где с обратной стороны зашел. Вот такой обзор полный сделать. А тут на огромной машине приехал Сергей к маме своей. А мама ее, родная сестра моей жены Надежды Васильевны. Вот так. Господь все это показал. Все.